Вещи, кого я знаю, похищены и убиты. Даже сегодня утром тоже 4 человека погибли на перекрестке. Я слышал сегодня утром в новостях, уже 60 тысяч человек умерли. Это вишьё икса политики, шалкой политики. Корень вишьё этого икса – коммунистическая революция. В соседнем доме били убит вишьё. Потому что в доме была книга Ленина. Книга Ленина. Они убили армии. В этом доме сын изучает в институте или институт. Думаю, он человек читает книгу. Должен быть он читает такую книгу. Или какая политика для этого ребенка. Какая красивая город была. Но сегодня он покрыт тупами и кровью. Я помню 2 года назад, как этот город был наполнен обществом мирных людей. Но сегодня они убивают. Если выключить простой свет, Ладно, я забыл сказать, кто я. Меня зовут Премакирти. Я автор песен. У меня тоже мало времени осталось. Скоро они убивают меня. Потому что в доме уже много художников. Убили. Я слушал, они думают, я занимаюсь в политике. Политика, политика. В нашем городе было большое дерево. Да, да, в нашем городе было большое дерево. Каждый вечер мы с друзьями собирались в ресторан после этого в дерево. Мы были там, мы говорили о музыке, о театре. Ну, иногда политика тоже. У меня был друг, он хороший играет гитару. Он хороший играет гитару. Он играет гитару, я играю барабан. Это было очень интересно.
Адр мал павне Эян и гамне Кохедо янне Каудо данне Дулика Дулика Я не могу играть. Он дал эти подарки мне. Но он тоже умер. Но это теперь, это прошло и ушло. В этот ресторан, этот красивое дерево, обратились в пепел. Обратились в пепел. Я думаю, никогда люди живут в этой городе, никогда не забывают, что сегодня, что завтра будет. Никогда.